плавозавок – это цветастая рыба, обитающая среди коралловых рифов. Названием она обязана твердой природной броне, закрывающей ее, подобно коробочке. Броня состоит из восьмиугольных чешуек, облегающих тело и голову и защищающих плавозавка от хищников. Хвост и плавники и рот броней не закрыты и могут двигаться свободно. Жабры, напротив, защищены, потому не могут быстро открываться и закрываться. Чтобы получать достаточно кислорода, плавозавок вынужден широко открывать рот и загонять воду в жабры изнутри. Плавозавки ядовиты. Выделяемое ими при опасности токсичное вещество способно убить проплывающую рядом рыбу. Глаза плавозавка могут двигаться независимо друг от друга, из-за чего может показаться, что у рыбы косоглазие. На еде, впрочем, оба глаза фокусируются одновременно.